Ну вот сейчас мы находимся в нашем ангаре у нашего самого интересного изделия. Интерес к нашему вертолету, к нашей фирме «Ротор» в основном сейчас последние 5 лет связан именно с этим вертолетом. Это уникальное изобретение. 10 лет назад мы первый раз взлетели. Это сверхлегкий соосный вертолет. Я подчеркиваю, соосный. Нет у него хвостового винта, у него 2 верхний и нижний винт, которые крутятся в разные стороны. Разных крутящих моментов она компенсируется друг с другом. Нет затрат на хвостовой винт, и КПД винтов значительно выше. За счет этого и получаются эти уникальные характеристики, его всепогодность, его аэродинамическая симметрия. Но самое удивительное, что он вот всего 100 лошадиных сил, такой же двигатель, как и на самолете, и этот вертолет поднимает 2 человека. Кабина примерно такая же, такой же размерности. 5 метров длиной всего наш вертолет, 290 килограмм он весит, но он взлетает из кузова к «Газели» и может сесть в любой двор. Вот это наш вертолет, которым в последнее время мы больше всего удивляем внимание, и все дальнейшие работы, наши успехи будут связаны с этим вертолетом, я надеюсь. Хотя самолет мы тоже не забудем. Будем совершенствовать и то, и другое параллельно. В чем особенность вот вертолета сверхлегкого? Ну, во-первых, его компактности. Его возможности, что он тоже летает на автомобильном бензине. Мы садимся прям нахально на автомобильной заправке, и пистолет, вертолет, и все. Один человек спокойно его может на колесиках перекатывать и подкатывать, закатывать в любой стандартный гараж. Он входит 3 на 6 гараж, наш вертолет входит. Это тоже вот уникально. Один человек может тоже на нем взлетать. Те же самые двери открываются. Также у него садится со сдвижкой 2 пилота. Но еще раз подчеркиваю, что эта компоновка позволяет сюда ставить носилки. Пилот и лежащий человек может здесь поместиться. Больной или еще что-то, надо будет перевозить длинногабаритный груз. Этот вертолет, эта кабина позволяет это делать. Шасси полосковые. Они всегда гораздо легче, они меньше аэродинамическое сопротивление. Но взлетать и садиться, поскольку он очень легкий, просто колеса ему не нужны. Они нужны только для перекатывания. Но один человек спокойно может его приподнять и за хвост его перекатить. Стандартная, можно сказать, хвостовая балка, но, опять же, стандартная для соосного вертолета. Очень коротенькая она, и нет хвостового винта. Стабилизатор, установленный под отрицательным углом. И 2 киля, тоже классическая такая компоновка камовских вертолетов соосных. Управляемый руль направления. Он особенно нужен, когда вертолет может садиться на авторотации. То есть, если двигатель выключен, вертолет тоже может планировать наши. Это тоже полеты были специально проделаны на авторотации. Здесь рули как раз очень необходимы. Особо прошу обратить внимание, на этом вертолете тоже есть у нас спасательная система, как и на самолете. Это уникальное, но мне неизвестно, это впервые в мире мы сделали, что вертолет нас тоже может спасти. Ничего не надо пилотам делать, только дернуть ручку стоп-краном. Парашют выстреливается, и 2 пилота вместе с вертолетом приземляются безопасно на парашюте. Прошу обратить внимание вот на подвеску лопастей. Обычно классическая подвеска лопастей подразумевает 3-шарнирную подвеску. Что это значит? Значит, каждая лопасть, она имеет возможность крутиться, есть вертикальный шарнир. Она имеет возможность махать, есть горизонтальный шарнир. И каждая лопасть обязательно должна крутиться вокруг своей оси, осевой шарнир. То есть
три пары шарней, шесть подшипников, как минимум, в каждой лопасти. На нашем вертолете этих подшипников нет. Все это заменяет композитный уникальный торсион, который спокойно берем и крутим его, вот он крутится, и в то же время на разрыв он держит 16 тонн. И роль горизонтального и вертикального шарнира он автоматически выполняет за счет своей деформации. Это тоже очень уникальное изделие, изобретение. На этот вертолет у нас есть 4 патента. А, ну вот здесь без капота можно внимательно посмотреть. Еще раз, все хорошо видно. Не только крепление двигателя. Вот Rotax 912 с уникальной муфтой, которая она и обгонная, она и разгонная. И даже видно все управление. Вот обращаю внимание, как работает все управление. Два автомата перекоса, которые на верхний и на нижний винт. Но между винтами обращаю внимание, что нет никакой кинематики. Две тяги к верхнему винту проходят внутри вала от нижнего автомата перекоса. Таким образом, очень чистая и простая кинематика, в отличие от камовских вертолетов. Вот по тангажу управление, вот по крену управление. И вот все вместе. Очень просто. Все запомнили? Два кресла с некоторой сдвижкой. И двойное управление. Вот обращаю внимание, ручка одна, ну, вот пилот держится спереди, а сзади кто садится, он вот за заднюю ручку держится. Как бы одна ручка, но можно управлять вдвоем и обучать. А педали у каждого свои. Ножное управление управляется. Очень простая. Простая конструкция, простые легкие двери, легко закрывается. Дверь даже очень легко и быстро снимается, когда надо там летние полеты, там видеосъемку делаем, мы двери вообще снимаем.